Gəlin, gəlin, Eurovision qalibləri, gəlin bizim başımıza, gələndə də mahnıların qanadında insan haqqın ədaləti gətirməyi unutmayın. Я Мирзия Сакит, гражданин Азербайджанской республики. На свое время я работал в газете «Азадлык». И три месяца тому назад по приглашениям пен-клуба я потом пять человек это закрыл дорогу и там оказались они в гражданской форме. Я сначала думал, что они не полиции. Потом мне вывернули руки и сунули в карманы наркотики. Но судили в суд, три месяца суд был меня. Люди очень уважали, они знали, что мне это не за что посадили. Я не наркоман, я убит, арестоват и другие. Ну, это я как поэт, меня из души пришлось. Ну, конечно, я каждый день это опубликовали, мои сатирические стихи. И до этого мне три раза дали в суд члены это парламента, депутаты. Yoxsa sizə xor baxarlar, üzünüzə neft yaxarlar. Möhkəm tutun cibinizdə hər bir senti, tanımırsınız hələ bizim prezidenti. Azadlıqdan zərrə qədər xəbər varsa içinizdə. Mirza это переводится по нашим языком, это писатель. Ну, Сакит это переводится по-русски, если переводить, это тихий. Я скажу, что есть люди, наверное, 20 лет уже бороться это за демократию. Нет, я каждый день пишу в интернете разных сайтах, и там это в Facebook пишу. И я думаю, что много. И был его отец очень жестокий человек, а Ильхам Алиев два раза жестокий начал это правительство, это, как сказать, возглавляет. Демократия нәғмәсіне оқуянлар тапыларса, онда гәлін. Дүз 40 илдір бұ торпағда инсан хаққы тапталаныр. Махныларын чәләнгінде нәғмәкар да, нәғмәлер де нефт рәнгінде. Мы, азербайджанский народ, очень любим музыку. И вам скажу, что на Востоке первый был это наш композитор был покойник Узейра Гаджибекова, что они хотят в мир показать, что вот мы демократичные, вот республика у нас, демократичное правительство. Евровижн получится в Азербайджане, это в интересах правительства. Нет, я честно скажу, что если я по туристическим, даже по путевкам приехал бы сюда, я думаю, что проблем не было бы. Как в Египте, как в Ливии, сейчас в Сирии носится, это Башар Асад уже ходит. Ну, следующий, наверное, будет Ильхам Алиев. O gözlər ki, həsrət dolu baxışlarla zillənibdir dəmir qəfəs zindanlara, bu yerlərin mahnısında sevgidən çox qəm naləsi, davam edir hələ burada heydərizm sülaləsi, davam edir hələ burada heydərizm sülaləsi.